находимся в Праге. Дорогие друзья и гости моего канала, хочу предложить вам прогулку по Праге. Это будет не обычная экскурсия, а обзорное видео, благодаря которому вы сможете отдохнуть и насладиться прекрасной Прагой. Сердцем исторического центра Праги является Староместская площадь, окруженная красочными зданиями в стиле барокко, готическими церквями, средневековая ратуша с астрономическими часами. Это пражские куранты, в которых каждый час движутся фигурки. Ну, где же вы, работнички? Многие из вас бывали в этом городе, и знают, что столица Чехии очень красивая и имеет замечательную историю, уводящую нас на несколько веков назад. А те из вас, кто не бывал в Праге, смогут слегка приоткрыть для себя этот город. Но за несколько минут фильма невозможно показать всю прелесть Праги. Поэтому я не буду рассказывать о достопримечательностях этого удивительного уголка Европы, просто хочу, чтобы вы виртуально посетили Прагу. Сейчас, когда каждый из нас совершает прогулки из окон своих домов, я думаю, что можно посмотреть и на другие прекрасные места нашей планеты. Юра, за 100 грамм 80 крон, это что? Ого, тяжелое. Я бы резко попробовал вот это. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и оставайтесь с каналом Полковник. Я желаю вам крепкого здоровья, радости, смеха и в жизни успеха. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, счастья и благополучия вам и вашим семьям. До скорых встреч!